Американские войска начали покидать Ирак после заявления властей США о победе над террористической группировкой ИГИЛ. При этом сообщается, что вывод войск находится лишь на начальной стадии и не означает окончательного прекращения американского военного присутствия в Ираке. По словам представителя правительства Ирака, планируется вывести 60% американского контингента, который сейчас находится в стране. Согласно договору США, в Ираке останутся около 4000 американских военнослужащих. Они продолжат заниматься обучением иракских коллег. Министерство здравоохранения Украины планирует создать национальную телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийств. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава. Пойти на такие действия ведомство планирует из-за того, что наша страна – одна из 25 в мире с самыми высокими показателями суицидов. Одновременно наши показатели являются одними из самых высоких в Европе. Военный конфликт на востоке страны усиливает эмоциональный кризис. Возглавил проект Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации Lifeline Australia, горячей линии которой ежегодно оказывала моральную поддержку более 1 миллиона австралийцев. Шмигель отметил, что ежегодно в Австралии благодаря работе подобной линии удается спасать 50 тысяч жизней. В испанском городе Эмпури-Абрави прошли международные соревнования, название которых дословно переводится как «Игры ветра». Около 200 профессиональных скайдайверов съехались на пятый чемпионат по полетам в аэродинамической трубе. За звание лучшего боролись в 8 категориях. Самым быстрым стал испанец Сесар Рико. Он одержал победу в одиночной скоростной категории. Это было очень напряженное состязание. Счет шел на миллисекунды. В итоге я стал первым. Не знаю, удача это или результат тренировок, но я очень счастлив. В следующий раз тоже постараюсь победить. Среди юниоров в категории фристайл победа досталась 12-летней австралийке Эми Уотсон. Это мечта каждого ребенка. Если они мечтают летать, то в трубе почти то же самое, только еще многому нужно научиться. Организаторы соревнований говорят, что хотят включить этот вид спорта в список олимпийских дисциплин. Заявку планируют отправить на игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. На большой площади в индийском городе Сурат собрались 5000 женщин, чтобы установить рекорд Гиннесса. Все они участвуют в массовом нанесении мехенди. Так называется традиционная роспись тела – хной. У нас проходит мероприятие по нанесению рисунка хной, в котором участвуют 5000 девушек. Мы хотим войти в книгу рекордов Гиннесса. Половина участниц – мастера техники мехенди. Они расписывают замысловатыми узорами руки других 2500 девушек. В этом году тема «Национальный флаг». Поэтому мы берем хну шафранового, белого и зеленого цветов, которой воспользуются 5000 девушек. Думаю, эта попытка принесет Сурату четвертую награду. Процесс росписи продлился 11 минут. Это мероприятие сопутствует массовой церемонии бракосочетания. После него 500 индийских девушек выйдут замуж. По традиции в Индии перед свадьбой расписывают хной руки и ноги невесты. Считается, что чем красивее и сложнее рисунок, тем счастливее будет замужняя жизнь. Обычно роспись из хны держится на теле около 3 недель. При этом искусные мастерицы стараются делать состав еще устойчивее. Невеста не занимается хозяйством в новом доме, пока рисунок полностью не сойдет с рук. Ну а 5000 индийских женщин пока ждут, когда их рекорд признают официальные представители книги Гиннесса.